Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать фейерверк в Майнкрафте по Expedition. Ну что ж, для этого вам придется поставить вот такую конструкцию и поставить сюда раздатчик, внутри которого у нас находятся стрелы с эффектами. Да, стрелы могут, конечно, быть разными, но все же ложите именно вот такие. И теперь задаем вот такую конструкцию, которая выглядит примерно так, но я, друзья, не знаю, как ее примерно остановить. Сейчас все покажу, просто быстро нажимаем рычаг и быстро выключаем. Так вот. И как видите, у нас появляется вот такой довольно красивый и радужный фейерверк. Это очень красиво и очень классно. Но, как сказал, я не знаю, как его остановить. То есть я знаю, как остановить, но как перезапустить цепь этого механизма, я, к сожалению, не знаю. Возможно, вы сможете это работать, но я делаю пока что вот так. Сейчас мы заберем все наши стрелы, и заметьте, что стрелы наши тратиться не будут. Я делаю его так, ломаю просто здесь, так как видите, ничего не работает. Я ломаю просто цепь и делаю вот так. И теперь у нас все работает. Ну и теперь давайте досунем сюда зеленые стрелы и посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Давай, перемещайся. Отлично. И теперь выбираем наши красные стрелы, чтобы они нам не мешали. Так. И что ж. И давайте обратно включим нашу цепь. Ой-ой-ой, забыл, да. Так. А нет, нужно выключить. Как видите, есть маленькие муторки с этой цепью, но все же, возможно, вы разберетесь. Ну, примерно вот так у нас выглядит наш фейерверк в нашем Майнкрафте. Да, довольно красиво. И тут под стрел попала наша овечка. Но ничего страшного, это стрелы скорости. Да. Ладно, давай. Так. Ну, как видите, довольно классно и все-таки красиво. Но, ух ты, что это такое? Что это такое? Да, это баг или... Я не знаю, это же классно. Я ни разу такого не видел в Майнкрафте, но сейчас я это вижу. Да, возможно, это баг. Ну все, стрела упала. И здесь, по идее, у нас лежат все наши стрелы. Ну что ж, вот такой механизм был сегодня. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.